Итак, всем привет. Мы начинаем очередной матч FIFA 2017. Мы во втором дивизионе. Соответственно, фут. У нас осталось еще 6 игр. Мы сыграли 4 игры, 2 матча выиграли, 1 сыграли в ничью, 1 проиграли. То есть пока все отлично. Так, поехали искать соперника. Так, соперник найден. Обычные игроки английского чемпионата. Впереди Лукака с Эвертона красный. Попался, видимо, в наборе Foot Champions. Ну что, погнали. Так, ну что, не будем показывать весь матч. По просьбе ряда комментариев, которые я прочитал у себя на канале, матч прошел в целом в хорошем темпе, то есть были моменты, у меня куча отборов, видите, удары в принципе наравне с соперником, створ, конечно, поменьше в два раза. Был фантастический сейв. Фантастический сейв был. Шмихель, я не знаю, вошел ли он сюда, сейчас посмотрим. Видите, все, гоу-гоу. Вот получается, чем и сокращенный вариант, да, мне не нравится, что... Ну, не все видно, да, мы, конечно, сейчас увидим все моменты матча, но не увидим именно накала борьбы, то есть, ну, по этим моментам можно будет подумать, а... Все, да, тут 3-0 без вариков. На самом деле было все в борьбе. Ну, давайте смотреть. Жесткий подкат под Фабригаса. Вот момент, который я не использовал, просто убойнейший. А вот он, да, он где-то долго накручивал, он очень долго поставался, никак не мог забрать мяч, и в итоге Лукака мне завалил. Потом были еще ряд моментов, не знаю, посмотрим, будут ли они здесь. Да, вот был хороший, блин, удар плохой, ну комбинация была хорошая, проскочил хорошо. Соперник бьет чуть выше перекладины. Мимо бьет игрок, но команду ну вот. Не подводит, они впереди пока. Вот здесь уже мы провалились и пропустили. Так, ну и сейчас, наверное... нет, здесь была штанга, мне повезло, кстати. А вот здесь, наверное, уже нет. Да, вот тут уже все. Тут я защитником как мог помог, но ничего сделать не мог. И вот опять у меня накатывает. И это уже Мане, по-моему. Да, вот так вот накатали. Ну, я говорю, обзор вот этих ярких моментов, он ничего не говорит, как бы. А на самом деле был равный матч до 2-0. Все было на равных. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите дальше, играйте в FIFA.